занимался танго уже где-то года два в Кишиневе. Есть школа аргентинского танго. Вот, периодически мы организуем такие мелонги. Это вечеринки, на которых танцуют танго. Летом это, ну, само собой напрашивается организовать это на улице, на свежем воздухе. Это приятно и нам, и, возможно, надеемся, окружающим. К сожалению, у нас, конечно, не так активны. Люди стесняются выходить, как-то это не совсем в нашей культуре, может быть. Но, с другой стороны, на Западе везде это очень распространено, люди танцуют, там огромные... Ну, я, например, вот сейчас была в Италии, была там на мелонгах, там по 100, по 200 человек собираются танцевать. Надеемся, что когда-нибудь в Кишиневе тоже так будет. Танцуем, на самом деле, совсем недавно. Я лично с апреля-мая. Ну, то есть вначале сальсу больше. Сейчас вот вы видите танго. Танго буквально пару занятий, но так как социальные танцы, то, в принципе, опыта хватает. Я почти год танцую именно танго, но немножко другой специфики. Тем не менее, мне очень нравится. Это очень классная разновидность танца. А ходим мы сюда, потому что именно здесь практически больше нигде устраиваются вечера танго. И нам это очень нравится. Красивый, интересный танец. Мы любим танго. Мы любим, да, любим, да, танго. Любим танго. Очень. Да. Вот. И любим все такие мероприятия. Да, особенно такие. И вообще мы танцуем танго. Да, с утра до танцуем, вечера. Да, иногда. Да, и на площадках, и вдвоем, и когда угодно. Мы considerăm... Про. Да, про. Considerăm un eveniment foarte binevenit, chiar pentru cei amatori și iubitori de dans, inclusiv salsa, că mie îmi place salsa. Da, ce nu-mi place salsa. Deci, ca tare dansez la Facultatea de Arte Frumoase, dans sportive, dar nu de mult am îndrăgit salsa, de aia... Deja salsa este preferata mea. Prima dată când am venit aici, deci în public nu am, dar am dansat foarte puțin. E o teamă mare să te afli în centru atenție, dar când ești aici și nu vezi nimic, chiar mai bine decât să privești. Adică e o senzație extraordinară și aș spune să încerci.